Переиграли на классе, футболисты самарских крыльев Советов наконец нащупали свою игру и начали уверенно разбираться с соперниками в футбольной национальной лиге. В четвертом туре первенства подопечные Игоря Осенькина разгромили «Чайку» из села Песчанокопской Ростовской области. На 43-й минуте первого тайма капитан волжан Александр Гацкан перехватил мяч у хозяев поля и начал атаку крыльев. Легионер отпасовал Даниле Пруцеву, который отдал результативную передачу на Зиньковского. Полузащитник поразил ворота «Чайки» прицельным ударом в левый нижний угол. После перерыва защитник самарцев Сергей Божин упрочил преимущество КС. Он забил гол после углового, а на 55-й минуте Антон Зиньковский оформил дубль после передачи Дмитрия Камбарова. Наверное, второй гол определенную такую уверенность в нас вселил. И после второго гола преимущество у нас вырисовалось достаточно большое. Этот матч стал вторым победным для самарцев, а Евгений Фролов вновь оставил свои ворота в неприкосновенности. В игре против «Чайки» дебютировал экс-нападающий московского «Торпедо» Иван Сергеев. Он перешел в стан крыльев Советов на прошлой неделе. Команда довольна и тренерский штаб, что в наших рядах теперь такой забивной нападающий, который был лучшим бомбардиром в том году ФНЛ. Я надеюсь, он нам очень сильно поможет. Я хорошо знаком с его игрой. После матча с «Чайкой» самарцы выбрались из болота турнирной таблицы ФНЛ. Сейчас они занимают шестую строчку и имеют в своем активе 7 очков. Следующий поединок подопечные Игоря Осенькина проведут на Самара-арене. Они померятся силами с Оренбургом 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Анатолий Головко, «События».